Так, доброго здоровья всех, рад приветствовать на канале Game Lair. Меня зовут мистер Фриман 315. Сегодня я начну прохождение очень интересного мода для первых Half-Life под названием Point of View. Перевести это можно как точка зрения одного субъекта, то есть чья-то точка зрения, если говорить проще. И играть мы будем в этом моде не за человека, не за доктора Фримана, не за Шепарда, не за кого-то еще. Играть мы будем за Вартигонта. Именно за Вартигонта, да. Вот сейчас я перед собой вижу, так сказать, мануал. Да, так сказать, мануал, в котором нам предлагают ознакомиться. Ознакомиться, может быть, с прологом. Только я не пойму, почему сразу мы оказались на второй странице. Ну что ж, давайте посмотрим, что нам здесь предлагают узнать. Особенностью мода Point of View является данный журнал, который будет в себе нести своего рода информацию, да, некоторую информацию по мере прохождения игры. Значит, сразу нас предупреждают, что те люди, которые не любят читать большое количество текста и предпочитают просто бежать вперед и крушить все, что видят на своем пути, те, возможно, не смогут вникнуть во всю суть сюжета, которая представлена в данном моде. Для остальных же данный дневник будет своего рода гидом, который будет, во-первых, подпитывать интерес к прохождению, так как будет раскрывать какие-то интересные детали данного мода по сюжетной линии. И будет являться путеводителем, чтобы решить те или иные задачи для дальнейшего прохождения. Значит, там предлагают находить, ну, в общем, ладно. Как вы видите, здесь 40 страниц, да, предусмотрено? 40 страниц мануала. Нам предлагают, может быть, на действующей карте или на последующих картах, которые будут подгружаться по мере прохождения, да, мода, находить страницы мануалов. Я, честно говоря, не могу понять, в каком виде они будут представлены, но как написано на первой странице, нас уверяют, что это не займет большого труда, то есть данная информация по тексту, она не спрятана очень-очень сильно, то есть нам не придется искать такие какие-то существенные тайники, нахождение которых будет занимать огромное время, то есть все будет довольно просто и легко. Главное, может быть, смотреть под ноги, да, и стараться не пробегать всю карту, сломя голову, обращать внимание на детали.
Так, ну что ж, давайте прочитаем, что у нас на второй странице. Значит, вот Вортигонт, за которого мы играем, нам представляется. Его зовут Хонгст. Хонгст, да. Значит, он и является молодым Вортигонтом. Является гражданским, то есть не военным. Он, видимо, тоже разделение на гражданских военных. Я не знаю, но здесь написано слово citizen, то есть гражданский, да? А также он является последователем великого Нихиланта. На первый взгляд он может показаться со стороны обычным рабочим, но на самом деле это не так. Это является большим заблуждением. И данное заблуждение со стороны других людей является его основной особенностью, скажем так, дизайном. Благодаря моему отцу, которого... ну, он говорит, благодаря моему отцу, которого я очень сильно почитаю, на которого я буду равняться всю жизнь. Благодаря ему я был выбран среди тех, кому повезло больше всего. Я был выбран суперрабочим. В общем, суперворкер – это, видимо, или звание, или какой-то чин. В общем, он попал в эту вот, в эту прослойку суперрабочих. Я намного умнее, сильнее и быстрее, чем остальные вортигонты моего вида. Своему существованию я благодарен благодаря величайшему вторжению. Вы знаете, имеется в виду, наверное, вторжение в мир людей. То есть как раз та ситуация, которая произошла в Черной Мезе. Как предсказывал великий Нихиланд в своем древнем предсказании, путь к чужому миру, к миру людей, который они сами, будучи захватчиками, проложили при помощи великих технологий, этот путь может быть обращен против них самих. Жители потустороннего мира, так называемые люди, прекратили использовать все технологии, которые они изобрели на свое благо. Не, вернее, не так. Неправильно я перевел. Значит, люди прекратили использовать технологии на благо своего развития, а они стали их использовать только для того, чтобы удовлетворять свои потребности за счет других, в ущерб другим. При помощи этой технологии они добивались своей цели. Ну, при помощи науки, да, науки и технологии они добивались своей цели, не считаясь при этом с другими существами. Ни один обыватель мира Ксен не мог справиться с такой высокоразвитой технологией, которая была у людей. Поэтому великий Нихиланд обратил все усилия обывателей мира Ксен на то, чтобы создать новых, более способных к выживанию особей из мира Ксен, более приспособленных к жизни, для того, чтобы противостоять этим огромным технологиям, которые пришли из мира людей. А эти технологии направлены только на то, чтобы уничтожить мир Ксен и всех его обывателей. Ну что ж, вот такое вот мы видим послание. Как я уже понимаю, что события этой игры будут развиваться как раз в тот момент, когда происходили события в Черной Мезе. Я думаю, так. Так, это мы уже читали. Так, немножко я изменил настройки, ребят, потому что дневник был назначен на клавишу S, то бишь назад. Кстати, видимо, особенность этого мода еще является таковой, что Вортигонт не может смотреть вверх и вниз. То
то есть только в стороны. Как видите, я не могу поднять голову вверх и также не могу опустить ее вниз. Такая, конечно, интересная особенность. Так вот, я немножечко ушел в сторону. Насколько я понял, да, события будут происходить одновременно с оригинальными событиями из Черной Мезы. Как я читал в превью к этому моду, значит, вот тот кристалл, который Фриман, на котором Фриман ставил вместе с учеными опыты в лаборатории Черной Мезы, он был похищен с мира Ксен. И, значит, исходя из этой цепочки событий, стали происходить такие явления, как образование порталов и своего рода великое вторжение, как раса вартигонтов называют вот это вот явление. То есть образование порталов и вторжение в мир, чужеродный мир для них являющийся чужеродный. Чужеродный мир людей. Вот я сейчас пытался использовать молнию. В принципе, у меня неплохо получилось. Так, я зашел сюда. Вот куда мне идти, конечно, немножечко непонятно. Но сейчас посмотрим. Так, что у нас здесь? Опа-на, это что было? Так, кого мы видим, ребята? Видим мы, по-моему, Фримана, который бежит. Хотя нет, их там несколько. Это, видимо, ребята, которые до него проникли в мир Ксен. Может быть, для изучения. Или, может быть, как раз для установки того самого ресивера. Да-да, того самого ресивера, который мы видели в моде Паук 646. В принципе, очень заметно, что большинство различных модов, вот именно в плане сюжета, сюжеты очень сильно переплетаются друг с другом. Что нам, обычным игрокам, в принципе, дает намного больше интерес для прохождения того или иного мода. И, грубо говоря, мы видим события, которые были изначально, да, в оригинальной игре, видим с разных точек зрения, с разных сторон, с разных персонажей. Будь то парни. Из мода Opposing Force. Или будь то какой-нибудь другой человек. Или вартигон, как сейчас, допустим. Так, вот сейчас он куда-то направляется. Я пока не могу понять, куда. Вообще, как я понял, основной задачей данного мода является выкрасть кристалл, выкрасть его обратно, то есть вернуть в мир Ксен. Этот кристалл изначально был в этом мире, и якобы люди его похитили. Ой, блин. Слушайте, ребят, я еще такую особенность заметил. Здесь нет прицела. Так, ребят, все-таки есть вот прицел. Я немножко полазил в настройках. Вот, как вы наблюдаете, вот посредине экрана такой зелененький. В принципе, я думаю, это будет намного удобнее. Так, ну что? Я думаю, сейчас потихонечку двигаемся дальше. Так, спокойно. Это что было? Чё это нас прижало? Не, видимо, куда-то не туда мы. Так, ребят, я прошу прощения, я еще немножечко полазил в настройках. Все-таки
Я настроил нормальное движение головой вверх-вниз. Вот, я все-таки больше привык к этому управлению. Мне так намного приятнее даже играть. Поэтому так, думаю, будет намного лучше. Так, ну что, потихонечку идем дальше. Нет, по-моему, отсюда мы пришли. Да, да, отсюда мы пришли. Так, вот только куда нам там надо подняться, я не знаю. Мы завалили одного, будем их так называть, чужеземца. Да. Жалко, пушку не можем подобрать. Так, и вот потихонечку идем дальше. Так, что мы здесь? Слышим выстрелы. Давайте, ребятки. Подмога пришла, да? Кстати, ребят, как вы видите, аптечки я брать не могу. Все-таки для Вартигонта они не слишком важны. А вот как мне все-таки жизни пополнять, вот это большой вопрос. О, блин, это еще. Люди тут, оказывается, серьезно. И основательно хотели установить контроль над всеми местными обитателями. Слушайте, я так чувствую, что мне хана. Кстати, я не знаю, почему меня восполнили жизни, но они восполнились. Так, я так чувствую, надо побыстрее пробегать. Знаете, ребят, по-моему, они восполняются после того, как я убиваю. Да, как только я убиваю какого-либо человека, у меня сразу жизни сами восполняются. Окей. Да, реально как война. Пошел вон. Это меня вынесли. Вынесли так вынесли. Так, еще раз пытаемся. Так, нет, немножечко мне не получается. Так, у нас вроде получилось. Так, потихонечку двигаемся дальше. Блин, у меня 3%. Жестко меня вынесли. Да, кстати, ребят, я еще забыл сказать, я играю. I don't wanna die!
текстурным паком на вот эти клешни, по-моему, если я не ошибаюсь, которые им придают более такую реалистичную, как и второй части. Если кто захочет тоже его установить, я ссылку оставлю под описанием первого видео. Там вы можете спокойно скачать и мод, и этот текстурный пак. Который, кстати, я хочу сказать, довольно симпатичный. Такие коготки у него. О, привет, брат! Как дела? Ты со мной пойдешь? Ну, пойдем. Пойдем, пойдем. Так, и что? И куда? Так, куда-то нас перенесло. Куда, пока не очень понятно. Ну, в принципе, также мы бегаем по миру всем и пытаемся противостоять вот этим ребятам. Очередная карта подгрузилась. О, блин. Там турель, что ли? Что-то я не пойму как-то. Да, ребята, это турель. Я, правда, не знаю, как ее обезвредить. Вы знаете, насколько я понял, по-моему, от электрошокеров она вообще не получает никакого вреда. Так, хорошо. Но, с другой стороны, как жизнь пополнять? Если даже я их буду выносить при помощи когтей, если я их даже буду выносить при помощи когтей, то каким образом у меня будут восполняться жизни? Я так понимаю, они вообще не будут восполняться. Вот видите, опять. Что, давайте попробуем еще раз. Я не знаю. Так, сначала, которая справа. Есть. Есть. Так, теперь потихонечку двигаемся. Ай, зараза. Потихонечку двигаемся сюда. Не пойдет. Опа! Так, хорошо. Ну, каждая у меня будет как минимум отнимать, ну, процентов где-то 10. Я думаю, так. Так, это вообще забрало почти все, поэтому мне это не очень нравится. Так, а если я буду вот таким образом, такими короткими пробежками... На, зараза. Так, отлично. Тут пополняются жизни, но, блин. Давай. Пока эта дрянь меня не заметила. Блин, медленно ж как, а? Все, немножечко сократили время ожидания. Так, наверное, я сейчас вынесу вот эти вот. Вот эти две, только вот. Так, я сейчас подумаю, как нам это лучше сделать. Сюда. Тихо, спокойно.
Надо восполнить жизни. Так, есть. Ну что ж, еще одна попытка. Так, это залезет. Блин. Давай. Есть. Отлично. Так, мы это сделали. Еще чуть-чуть подлечимся. Я не знаю, мне кажется, вот эти ящики, они же не несут для меня никакой ценности. Все-таки, я так думаю. Да, гравитация, конечно, в мире Ксена, она намного меньше. Так, а теперь у меня главный вопрос, дамы и господа, уважаемые знатоки. Куда мне идти? Турели-то я вынес, в принципе, если так посудить, но как бы... Тут все заперто. Так, чё ты меня бьёшь? Вот зараза. Вынес мне все жизни почти. Так, ну я, честно говоря, немножечко, конечно, в замешательстве. Потому что я... Не знаю, куда мне идти. Так, очень интересно. Так, ну надо подумать, что у нас здесь есть. Так, дверь мы не проходим. Сюда мы не проходим. Так, а вот это что такое? Ага, понятно. Так, потихонечку. Опа. Опля. Отлично. Просто отлично. Так, вижу людей. Так, походу нам не сюда. Куда тогда? А вот куда. Нет, аптечки мы точно брать не можем. Значит, здоровье восполняется за счет людей. То есть, чем больше людей мы убили, тем больше здоровья у нас. Блин. Готов. Так, закрыто. Закрыто. Очень интересно, что делать. Так, полагаю, назад. Так, здесь мы были. Здесь мы, по-моему, тоже были. Сейчас проверим. Нет, здесь не были. Так, что у нас здесь? Ой-ой-ой! Сколько вас, ребята, тут?